Назарбаев обеспокоен фактами коррупции в Министерстве обороны. Глава государства провел оперативно-стратегическое совещание в оборонном ведомстве. Отметим, Министерство обороны уже год сотрясают коррупционные скандалы. Ранее СМИ сообщали, что сотрудники КНБ задержали чиновника во дворе жилого дома в центре Астаны при получении взятки в 2 миллиона долларов. Именно такую сумму дали высокопоставленному военному чиновнику неназванные бизнесмены за право участвовать в одном из многочисленных тендеров оборонного ведомства. Но арестованный заместитель министра обороны Багдат Майкеев заявил, что его подставили. Отметим, что это уже третий крупный коррупционный скандал в Министерстве обороны за последний год. Ранее к длительным срокам заключения за взяточничество приговорили генералов Алмаза Асенова и Аскара Бульдешева. Добавим, что верховный главнокомандующий страны высказывал мнение, чтобы при коррупционных скандалах первые руководители отвечали лично. На этот раз глава ведомства отделался предупреждением. Самое главное в таких условиях снижается боеготовность. Я требую минимизировать количество оргштабных мероприятий. Хватит экспериментов, если они не дают существенного прироста боевых возможностей. То форму меняем, то переставляем, то меняем структуру, то должности переставляем. Хватит уже. В 2012 году, вот я сказал, 260 проведено. И на это было выделено 320 миллионов тенге на выплату денежного довольствия, подъемных, выходных пособий. Изменены наименования должностей 14 200 штатных единиц.